Ребята, привет еще раз! А я вам! Класс! Супер! Спасибо! Слушайте, мы пропустили одно событие, которое надо обсудить. Несколько месяцев назад мы всем миром наблюдали за запуском шаттла от компании SpaceX. Легендарное событие это было, да. Частная компания впервые отправила людей в космос, и они вернулись обратно. Классно. Но, послушайте, важно не это. Важно, как они это распиарили, да? Все знали об этом, все наблюдали, все боготворили Илона Маска. И я подумал, блин, а что у нас с космосом? Мы же космическая держава. Залез в интернет, ребята, и вот что у нас с космосом. Итак, Рогозин предложил украсить космические корабли гжелью и хохломой. Браво. Я уже вижу эту тульскую свистульку, когда уходит в небо. Честно, мне стало обидно. Наш Роскосмос, он не хуже, чем их SpaceX. Илон Маск запустил одну ракету, и все знают об этом. Ребята, мы 60 лет запускаем людей туда и обратно. Мы космическая держава. Это мы. Мы. На Западе любое событие оформляют в яркую обертку. Они гении маркетинга. И мы сильно отстаем. Мы проигрываем. Вот, внимание, просто посмотрите на эту пару. Посмотрите, красивые, да? Сразу скажу. Девушка, модель журнала Playboy. Знаете, кто ее обнимает? Обычный инженер компании SpaceX. Обычный инженер. Я не думал, что я когда-то это скажу. Сука, я хочу быть инженером. Ну, правда, просто инженер, посмотрите. А вот как выглядит, внимание, лучший инженер Роскосмоса. Вот! Ребята, ну я уверен, что он крутой чувак, что он делает все даже лучше, только не чпокает моделей Playboy, блин. Ну посмотрите, как его нам преподнесли. Ну посмотрите, что ему вручают, кто вручает, где вручает. Посмотрите на этот диплом, блин. Ну нельзя вручать награду лучшему инженеру Роскосмоса в комнате, где есть кассетный магнитофон. Кассетный. Ребята, знаете, сколько лет не популярен кассетный магнитофон? Там написано, вон, 20 лет. Посмотрите внимательно. Вот так отдыхает инженер SpaceX. Наш должен так отдыхать. Он должен тут стоять. Наш. В одной руке диплом, в другой Playboy. Все. Даже нет. Не так. Он должен стоять, а она должна держать его диплом. Даже нет. Она должна смотреть влюбленно, когда он держит диплом. А когда он плавает, она должна плавать рядом и держать диплом. Нечестно это. Про Илона Маска какие-то новости. Он Теслу запускает в космос. Он сделал какой-то кибертрак. Почпокивает жену Джонни Деппа. Все это знают. Последнее, что я слышал про Рогозина, что, внимание, на тренировке по стрельбе Рогозин попал себе в ногу. Я понимаю, если бы это был чемпионат по стрельбе в ногу. Посмотрите, как смотрит на запуск ракеты Илон Маск. Посмотрите, счастливый, довольный. Посмотрите, как смотрит на запуск ракет Рогозин. Внимание. Сразу в комнате, где есть запасной выход. Просто сразу намекает, что-то может пойти не так. Посмотрите, Илон Маск запускает ракету и смотрит вверх, а Рогозин смотрит вдаль. Если бы он так на стрельбе смотрел, а? Не попал бы в ногу. Да. Но, ребята, у нас есть много крутых вещей, о которых мы не знаем. Вообще не знаем. Тот же самый Илон Маск сделал кибертрак, презентацию смотрел весь мир. Ребята, у нас давным-давно разработали новый крутейший КамАЗ. Никто об этом не знает. А это чудо-тачка. Посмотрите, как выглядит новый КамАЗ. Посмотрите, класс же. Бентли. Бентли для дальнобойщиков. Просто послушайте, как круто звучит кибертрак, да? И как звучит, внимание, новый КамАЗ 54-907. Что это за название? Как будто максимальный пробег, показания счетчиков. Что это вообще такое, а? Ну он крутой. Посмотрите, что внутри. Посмотрите, экранов больше, чем в Тесле. Посмотрите, на руле, под рулем, сбоку, слева, у зеркал. Я уверен, нам не видно, я уверен, сиденье это тоже экран. Просто водитель садится на него задницей и... Все понятно, Москва-Челябинск, выезжаем, поехали.
Ребята, там есть плита, там есть туалет, холодильник, телевизор, кровать. Там есть беговая дорожка, посмотрите. Я скажу вам честно. Когда я увидел этот КамАЗ, я захотел стать тёлкой на трассе. Просто что мы подвезли. Очень много, у нас много крутых вещей, и мы не знаем об этом. Вы в курсе, что Москва мировой лидер по количеству электрических автобусов? Москва столица электробусов. Кто-то знает об этом? Нет, никто не знает. Никто. Не было ни помпезной презентации, ни трансляции на весь мир. Не было. А знаете почему? Эти электробусы делает КамАЗ. КамАЗ. Я уверен, одни и те же маркетологи там сидели и думали: послушайте, мы сделали электробусы на всю Москву. А как люди узнают, что это электробусы? А давайте напишем: это электробус. Это мы. Мне кажется, они выбирали из двух названий. 54-907 и электробус. Хорошо, что не выбрали. Иначе бы по Москве ездили вот такие вот автобусы. Это 54-907. Ребят, мы не презентуем важные вещи. Зато мы можем помпезно какую-то фигню открывать. Это реальные снимки, реальные фото. Итак, внимание, открытие канализационного люка. Посмотрите, все собрались. Открытие мусорного бака. А вот это вот, что они открывают, а? Что они открывают? Осень. Опавшую листву. Вот эту женщину посередине открывают для всего города. Ребята, я докопался, я узнал. Они открывают остановку. Судя по всему, в развитии. Ребят, я не издеваюсь, я люблю нашу страну. Я люблю, у нас все самое крутое, но мы это не умеем преподносить. Но знаете, я вот все это выступление говорил, обертка, обертка, как важна обертка. А в конце хочу сказать, ну не так важна обертка, честное слово. Вот если взять конфету, да, что важнее, обертка? Нет, какая внутри конфета? И пускай у кого-то блестящая обертка, яркая, красивая, а у нас невзрачная. Ребята, непонятно еще, кому какая конфета достанется. У кого будет шоколадная, а кому придется сосать. Всего хорошего. Удачи. Пока. Патриаршие пруды – это самый дорогой райончик Москвы. Впервые на ТНТ. Вообще люди у нас тут живут честные. У нас гостевой 2 миллиарда налички поместится. То полковники волнуются, у себя хранить боятся. Жизнь их просто вот заставляет врать. А ты что, женат? Да ты что? Это однокурсница моя, а девочки, дочки ее. Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Максим Виторган, Ингиборга Даткунайте, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Мария Шалаева и Николай Фоменко. Будем военные вертолеты перекрашивать в гражданские и в обход санкциям продавать. Ну а ракеты потом навесить. Дело нехитрое. Непростая задача. Комедийный сериал про тех, кто реально зажрался. «Беспринципные» с 14 декабря в 10 вечера на ТНТ.